Всем добрый день! Сегодня у меня замечательная омолаживающая эффективная маска. Эта маска подходит для увядающей возрастной сухой кожи лица. Она выполняет одновременно три функции – увлажняет, питает и подтягивает кожу. Несмотря на свою эффективность, маска очень проста в приготовлении, а чтобы ее приготовить, потребуется всего два ингредиента. Один из ингредиентов – это творог. Второй – мед. Маски для лица из творога были известны еще с древних времен, прошли испытания веками и очень успешно. Ведь творог обладает омолаживающим эффектом. Он улучшает цвет лица, увлажняет, отбеливает и питает кожу. Маски из творога можно использовать и для сухой, и для жирной кожи. Но для сухой кожи лучше использовать жирный творог, а для жирной – обезжиренный. О пользе меда можно говорить бесконечно. Он борется со старением кожи, увлажняет, очищает, насыщает витаминами и минералами, избавляет от пигментных пятен, убирает отеки, оказывает антибактериальный эффект. Но, к сожалению, у некоторых может быть индивидуальная непереносимость этого продукта. Так что не забывайте делать тест на аллергическую реакцию. Для приготовления маски потребуется 2 столовые ложки творога. Творог берем пожирнее. Я предварительно его растерла, чтобы не было комочков. И 1 столовая ложка меда. Смешиваем все ингредиенты. Буду тщательно размешивать до однородности. Масочка очень легко смешивается, получается вот такая вот красивая однородная масса. Наша маска готова к использованию. Отлично выглядит. Великолепно пахнет, хочется съесть. Итак, наносить такую маску на лицо нужно на 20-25 минут. Смывать маску чистой минеральной или кипяченой водой, подогретой до температуры тела. Смывая, не трите кожу, не растягивайте ее, чтобы не травмировать. После маски нанесите легкий увлажняющий крем или протрите лицо соком алоэ. Использовать такую маску можно 2 раза в неделю. Надеюсь, рецепт вам понравится. А я желаю вам удачи. Будьте здоровы, красивы. Пока.